Здравствуйте всем. Меня зовут Елена. Я мама ребенка с особенностями развития. Мы получаем дистанционное лечение в центре БР «Давид». И сегодня мы обсуждали с Давидом такую тему, как самостоятельность и ее подкрепление. Я рассказала такую историю. Мой сын пошел в центр коррекционный. Уже 10 дней проходил. И я наблюдаю такую картину, что вечером, когда я его пришла забирать, его повели в туалет, включили свет, открыли дверь, сняли штаны, подвели к унитазу, спросили, будешь ты писать или какать. Он там что-то формально сделал, как его формально и спросили. Потом ему одели штаны, помыли руки, так мягко подвели к двери, закрыли дверь, выключили свет. И я потом спросила, а так всегда происходит, да? У нас, сказали они, по распорядку каждые 40 минут дети ходят, чтобы выработать туалетный навык. Я отметила, что, в принципе, ну, я об этом говорила, что туалетный навык у него сформирован, но сказали, у них такой распорядок. Я думала об этом 2 дня, как сделать так, чтобы его самостоятельность, его чувствование своего тела, когда он хочет, значит, по большому или по маленькому, чтобы это не ушло куда-то, чтобы это было подкреплено, потому что это настолько было радостное событие, когда он начал это само делать, и он это чувствует в этом, свою самостоятельность, и это его вот эти первые шаги в освоении таких сложных навыков. И мне очень хотелось, чтобы они не были утрачены. Я поговорила сегодня с заведующей садика, она поговорила с воспитателями, и мы договорились о том, я объяснила, насколько это важно. И мы договорились, что они будут его подводить к туалетной комнате, и дальше он будет делать все сам. Потом просто провожать на занятия они его будут. И сегодня вечером она сказала с вот такими глазами, что они все так удивлены, потому что с самого первого дня Миша очень сильно агрессировал. То есть он возмущался всему, куда его ведут, что там хотят от него, там еще что-то вот тут делай. А сегодня они сказали, что он практически вообще он был счастливым ребенком. И они сделали все так, как я их попросила. То есть они его...